Всем привет. Вот это вторая причина. Сейчас я вам покажу, когда глохнет машина. Вот этот насос я поставлю в бак, чтобы вам сделать как демонстрация, как она работает. Ну, естественно, не знаете, какой фильтр здесь. Он уже пиздец забитый. Но я здесь поменяю, конечно, другой, новый поставлю. И человек ко мне приехал, этот бак, с бака снимали этот резервуар. И тут и обратный клапан вот тут стоит. Когда обратный клапан накрывается, машина на холостой тоже глохнет. Солярка не держит, и она начинает задыхаться. Вот этот клапан, вот смотрите, суть как, знаете. Сейчас я отдую его. Слышите? Вот и перестал дуть. Тут есть еще клапан шариковый, то же самое играет. А этот сам на самом деле как резервуар, когда вот включается, отсюда идет на топливную аппаратуру на фильтр вот. А этот штуцер идет с топливного аппаратуры из КРД. Это обратка у нас. Вот она обратка. Вот обратка. Это поплавок. Я покажу, как его проверить в следующем виде. Рабочий, не рабочий. Ну вот сейчас я его поставлю для демонстрации. Посмотрите, как она начинает дергаться. Фильтр поменяю, естественно, я. Рабочего автомобиля. Крайслера тоже менял. Тоже такая причина была.
поставил себе в бак. Сейчас я на газ нажму, наверное, оборота не будет уже. Вот, все, нету. Я нажимаю до упора. Все, заглох.